Друзья, всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Я очень рада вас приветствовать в новом видео. Сегодняшнее утро я решила начать с приготовления ароматного чая. Я использую мяту и лимон. Очень люблю это соотношение. Чай получается очень вкусный. В чайник я положила мяту и лимон. Залью кипятком и оставлю чай настаиваться. А тем временем приготовлю себе легкий, быстрый и полезный завтрак. В чаше разбиваю одно яйцо, немного взболтаю его и поджарю на маленькой сковороде. Далее возьму 2 куска черного хлеба. Мы всей семьей очень любим этот хлеб, потому что внутри содержатся семена подсолнуха, чия и кунжут. А когда яйцо поджарится, я его разделю напополам и выложу на хлеб. Сверху нарежу огурец, помидор, и мои горячие бутерброды будут готовы. Утро – это самое ценное время в сутках. Мозг легче воспринимает информацию, ну а если организм хорошо отдохнул за ночь, то он будет трудиться на ваше благо. А если вы еще и проснетесь рано, то вы успеете спокойно насладиться утренним кофе или чаем, спокойно позавтракать, и это станет замечательной основой для счастливого и продуктивного дня. Ну что, девочки, давно мы вот так с вами не разговаривали. Я присела, чтобы рассказать вам о наших сегодняшних планах. Сегодня мы идем к моей маме, потому что у нее день рождения. И, девочки, это впервые, это первый год, когда я иду без подарка. Я ничего не купила, но я, конечно же, подарю деньги. Но это для меня не самое лучшее. Ну, знаете, вот так получилось. Ну, у меня, конечно, давно уже была эта мысль в голове, что если я в городе увижу что-то элегантное, да, по вкусу мамы, то я обязательно это куплю. Но, знаете, ничего не зацепило мой взгляд. Мне ничего не приглянулось. И потом я абсолютно не знала, что же ей купить. Я предыдущие года, 2 года подряд покупала ей сумки. Так что сумки у нее есть. В прошлом году я ей купила такую зимнюю теплую куртку. Ну а в этом году у меня вообще не было никаких идей, девочки. Я даже думала какую-то посуду ей купить. Но у нее столько посуды, что я все-таки отказалась от этой идеи и склонилась к тому, что подарю ей денежку, и пусть она сама на свой вкус что-то себе приобретет. Конечно, я взрослым не люблю дарить деньги. Знаете, такое чувство, как будто вот ты отдал денежку и избавился просто. Я все-таки люблю что-то выбирать этому человеку, чтобы ему что-то осталось на память от меня. Ну а вот что касается детей, то там да. Там я предпочитаю отдать деньги, и пусть они сами себе выбирают, потому что дети сейчас странные, у них свои взгляды, и им очень трудно угодить. Ну ладно, так получилось в этом году, ничего страшного, мама меня поймет. И еще, девочки, ко мне пришел заказ с сайта Натина. Будем вместе открывать эту коробку. Здесь все мои уходовые средства и декоративная косметика, которой я пользуюсь каждый день. Почти все эти средства вы уже видели, знаете, поэтому так быстро по ним пробегусь. Просто я хочу вам показать, что все эти средства действительно мне нужны. Я ими пользуюсь каждый день. Они у меня заканчиваются, я их заново заказываю. Вот, я не просто так их показываю и советую вам. Они действительно очень хорошие, бюджетные, вот, и стоящие. У них всегда все очень так хорошо, добротно упаковано.
мне нравится. Все всегда доезжает в полной сохранности. Ну и первое средство, которое у меня здесь, это консилер от Эвелайн. Очень легкий консилер. Я этим консилером люблю пользоваться летом, потому что у него очень тонкая текстура, очень легкая. И это самый светлый цвет. Я очень люблю пользоваться неплотными консилерами, но знаете, какие-то покраснения или тонкие сосудики он вам не перекроет. Но так продукт вообще шикарный. Взяла себе кёллер на замену, это щипцы для завивания ресниц. Мой уже испортился. Эти щипцы от бренда Миша, это корейский бренд, тоже очень нахваленный. Вообще стоило бы, наверное, корейскую косметику попробовать, я никогда не пробовала. Но вот Миша очень хвалят этот бренд, и он по сравнению бюджетный. Вот такой кёллер взяла в золотом цвете. Мой старый уже испортился, потому что, знаете, здесь резина, и каждый раз, когда надавливаешь, да, она, ну, с годами уже попортилась, у меня начала крошиться. Очень красивый кёллер, посмотрим, как он будет в работе. И здесь у меня действительно магический продукт, корректор, консилер, который я уже не раз вам советовала, девочки. Вот уже беру себе третью или четвертую упаковку. Очень довольна этим консилером. Он вам перекроет все. У него средняя консистенция, он не очень жидкий, но и не очень плотный. И самое главное, что он очень увлажняющий. Он вам не пересушит кожу вокруг глаз. А, девочки, это самое главное, особенно для возрастной кожи. Так что вот, берите на заметку. И здесь у меня увлажняющий крем для зоны вокруг глаз. Это я заказала для мамы. Я заказывала такой крем, она попробовала. Очень ей понравился, он уже у нее заканчивается, поэтому заказали еще раз. Вот повторили. Девочки, вот этот бренд Эвелайн, знаете, он очень хороший. Просто люди иногда думают, что если дешево, то значит плохо. Это не так. Просто этот бренд не очень раскрученный, но он очень достойный, девочки. И я думаю, что стоит пробовать, потому что, ну, цена действительно очень бюджетная. Это у них новый продукт. Буду пробовать, девочки, и уже расскажу вам далее, как он мне понравился или нет. Он называется Wonder Match. Я взяла в 16 номере Light Beige. Это не самый светлый оттенок, там на самом деле у них очень много оттенков. В общем, Ося советовала, сказала, что достойный продукт. В общем, буду пробовать и расскажу уже вам позже. Ну, здесь я уже вижу, что у меня закончился мой дневной увлажняющий крем от Estée Lauder. Поэтому заказала еще, потому что я от него просто в восторге, девочки. Вот он. Шикарный крем. Я просто вам советую от души. Возьмите, попробуйте. Во-первых, эта упаковка у меня красуется на туалетном столике. Ну и потом, не знаю, текстура, аромат, как он впитывается, какой он финиш оставляет на моей коже. Ну, не знаю, пока что мне это средство очень нравится, так что вот, продолжаю пользоваться. Взяла бронзер от NYX, потому что мой бронзер уже заканчивается, но я не пробовала этот продукт, беру его в первый раз. Я взяла самый светлый оттенок. Ой, девочки, посмотрите, какой красивый оттенок, теплый подтон. Он матовый, без шиммера, такой на каждый день. Мне кажется, мне понравится. Да, приятная текстура. Ну, в общем, нужно нанести и попробовать. Да, здесь тоже несколько средств. Первое – это карандаш для бровей. Беру тоже уже то ли в пятый, то ли в шестой карандаш. Очень хорошие, девочки, от Catrice. Я очень довольна. В номере 020, такой серо-коричневый карандаш. Вот очень правильная твердость, как сказать. Ну, он не очень твердый и не очень мягкий. Вот карандаш то, что надо.
Ну и вот эта щеточка у него очень хорошая, так что попробуйте, девочки, стоящее средство. Дальше у меня здесь белая тушь от Эвелайн, вот эта линейка варьете у них очень крутая. Это тоже фиксирует реснички, удлиняет, укладывает реснички в правильном положении, фиксирует их. Ну и после этой белой туши уже нужно наносить обычную черную тушь. Вот если вы ищете такое средство, девочки, вот приглянитесь, попробуйте, и вы меня вспомните. Здесь у меня гель для бровей. Это тоже, знаете, несет такую функцию, как лак для волос. Я укладываю этим средством свои брови в правильном положении, чтобы они у меня не разлетались в разные стороны. Вот этим средством я их фиксирую. Тоже всегда очень нужная вещь. Ну и здесь помада. Вот тоже от Эвелайн, линейка Варьете. Очень красивая упаковка, девочки, согласитесь, да, черная с золотом всегда очень стильно выглядит и цвет красивый. Ой, боже мой, а какой запах, как жвачка пахнет, так и хочется откусить. Красивый оттенок, не знаю, как он будет выглядеть на губах, но очень такая маслянистая текстура, как раз сейчас на зиму, ну, красивый оттенок. Здесь у меня мицеллярная водичка, также от Эвелайн. Я взяла себе и маме. У нее тоже уже закончилась. Вот такая огромная упаковка, девочки. У них какая-то акция, по-моему, шла. Вот. 650 мл стоила то ли 5,5, то ли 6,5 евро. Но это очень дешево, девочки. Но эту мицеллярку я беру снова и снова. Я много мицеллярной воды попробовала, но я все время возвращаюсь к этой. Ну и последнее время я вообще беру только ее. Очень нежная мицеллярная водичка. Ну и потом средства, которые мы используем на ежедневной основе, они расходуются быстро. И поэтому ну, не обязательно покупать что-то супер дорогое, а эти средства очень бюджетные и достойные. Ну что, девочки, мы готовы уже выдвигаться. Идем я, Христо и Тобик, потому что Янис уже у мамы, потому что у него там школа находится буквально в 5 минутах, поэтому он уже не стал приходить домой, пошел прямо к маме. В общем, надела я свое коралловое платье, надела вот это колье, которому уже 100 лет, но я его очень люблю, и это подарок Давида. Вот такое платьице, миди, мои любимые туфельки самые удобные. Беру вот такую сумочку, мне кажется, она здесь ну очень-очень подходит. И, в принципе, все. Да, единственное, что я возьму, это такую тонкую накидку, если вдруг вечером станет прохладно, когда мы будем возвращаться, накину ее на плечи, и все. To the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it, and the night is young. It doesn't matter what we do. Ain't nobody like you. Look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. Thank you.
У нас уже следующий день, и я начинаю готовить обед. Сегодня я готовлю картофельное пюре и фаршированные гнезда из фарша. Я уже почистила картофель и промыла его. Теперь нарезаю на кусочки, чтобы картофель быстрее сварился. Залью кипятком и ставлю его готовиться. В миске у меня 1 кг свино-говяжьего фарша. В блендере измельчаю 1 репчатый лук и 1 небольшой зубчик чеснока. Овощи отправлю к фаршу и тут же в блендере измельчаю немного хлеба, который я предварительно замочила и хорошо отжала. Его также перекладываю в миску, фарш солю, перчу, добавлю сушеную аджику и все хорошо перемешаю. Я зелень в фарш не добавляла, потому что зелень у нас пойдет в начинку. Противень устелила пергаментной бумагой и начинаю формировать фарш. Делаю круглые лепешки, которые далее просто продавлю стаканом и придам им форму гнездышек. Нарезаю зелень. Здесь у меня немного петрушки, укропа и кинзы. Нарежу и переложу в миску, где находится тертый сыр. Сюда также добавлю 1 яйцо и 2 столовые ложки майонеза. Выдавлю зубчик чеснока и все хорошо перемешаю. Вот это и будет наша начинка. Блюдо у меня запекалось при 180 градусах ровно 1 час. Когда картофель сварился, я вылила всю воду, посолила его, добавила кусочек сливочного масла и стакан молока. Этот стакан у меня на 200 грамм. Молоко я подогрела немного и теплым добавила в картофель. Все хорошо мну толкушкой и перемешиваю. Когда блюдо приготовилось, я добавила немного тертого сыра на гнездышки и убрала в духовку еще на 5 минут. Вот такой вкусный и сытный обед сегодня у нас получился. И прежде чем я попрощаюсь с вами, я хотела всех поблагодарить за вашу колоссальную поддержку и участие, потому что мои последние видео сделали такой большой шаг вперед. У меня появилось много новых зрителей, просмотры немного поднялись, и все это благодаря вам, вашим просмотрам, лайкам и комментариям. Огромное вам спасибо, что остаетесь со мной, за вашу доброту и отдачу. Всех крепко целую, обнимаю, и всем пока-пока.